обыденной суете соседи по двору общаются мало. А ведь так иногда необходимо сплотиться. И не только для того, чтобы вместе отдохнуть, но и проверить свои силы в спортивных состязаниях. Традицию проводить День двора каждое лето перенимает все больше и больше горожан. А потичане, живущие по адресу Дзержинского, 60, семейно-соседский праздник провели впервые. Детворы набралось на 5 команд, для которых ведущие подготовили конкурсы. Один из них – на лучшее название и свой собственный флаг. Перетягивание каната, метание валенка, бег в мешках – все это традиционные русские забавы, с помощью которых детвора может проверить себя на скорость, силу и ловкость. Кстати, большинство из этих ребят – воспитанники секции по рукопашному бою, успешно представляющие город Апатиты на состязаниях разного уровня. Живя во дворе, не все дети даже знают друг друга. Вот сейчас у них есть замечательная возможность познакомиться и в дальнейшем, глядя на тех, кто занимается, тренируется, это хорошая пропаганда, прийти в спортзалы и начать заниматься с нового учебного года. Дартс, да не простой, а с импровизацией. Еще один конкурс, подготовленный для праздника двора. Цель – попасть дротиком в воздушный шарик – гораздо веселее, чем целиться в обычное табло. А в завершении праздника среди команд разыграли кубок нашего двора.